7, Sten Sinisalu. 28, Randin Rande. 41, Karl Ivar Aar. 35, Maike Lassur. 21, Juhan Jograf Siim. Ja 12, Kristoffer Tali. Бондаренко с победой. Спасибо. Вторая игра во главе команды Тарвас и ничья, победа. Как вы довольны? Ну, можно сказать, да. Конечно, результат есть. И тем более сегодня действительно очень значимая для нас победа. Потому что, конечно, соперник, который вызывает уважение. И мы понимали, что сегодня не будет легкой игры. Но, тем не менее, я очень доволен тем, как проходила игра, прежде всего, хорошей игровой дисциплиной на поле. Очень мне нравится и импонирует наш именно командный дух. И, конечно, отношение самих игроков к любому моменту, и, конечно, это в тренировках и в играх, все это меня это очень так подкупает и радует. И сегодняшняя победа, я могу сказать, что, конечно, она достигнута именно вот этими качествами сегодняшнего того, что игроки проявляют на поле и в тренировках, и в играх. Я думаю, что это действительно сегодня заслуженная победа. Я хотел спросить насчет вашего договора. Вы долго думали или как это складывалось? Ну, в принципе, я недолго думал. Я разговаривал с Айваром Похлоком, затем мы встретились с Рейо, и это был более долгий разговор, конечно. Мы обстоятельно многие вещи обсудили и пришли к мнению, что да, пора начинать работать и постараться сделать что-то такое, чтобы действительно команда смогла снова быть той командой, которая будет стремиться в высшую лигу. И я думаю, что мы именно таким путем и пойдем. Но после сегодняшней игры у нас 23 очка в турнире таблицы. И место там 7-8. Как вы думаете, какой перспектив? Ну, конечно, все-таки хочется, чтобы мы поднялись выше. Но у меня был такой разговор с игроками. В принципе, наверное, большая цель складывается из маленьких. И большая победа из маленьких побед. Поэтому, конечно, мы, я думаю, что должны стремиться прежде всего в каждом матче достигать максимума. И уже тогда из вот этих маленьких побед, наверное, будет складываться большая. Прежде всего, чтобы в каждом матче мы проявляли себя в полной мере и стремились достичь действительно того результата, который мы хотим. То есть в каждом матче стремиться к победе. Будет ли это удаваться на 100%, трудно сказать. Конечно, чемпионат еще долгий. Но я думаю, что у нас есть перспектива, потому что у нас есть молодые игроки, которые сегодня уже стучатся в двери, и они показывают себя, что они тоже хотят играть в нашей команде, и это
сегодня я думаю, что действительно вот этим путем, наверное, мы так и пойдем. То есть степ-бай-степ и более такое приобретение уверенности. Я думаю, что эта игра, опять же, тоже она должна вселить в игроков больше уверенности в плане следующих игр. И, то есть, ну, как во всех нормальных командах, прежде всего, конечно, добиваться каких-то положительных, позитивных шагов. И через эти позитивные шаги, конечно, идти вперед. Но мы не можем и без ветеранов. Сергей Акимов, 11 голов в сезоне. И сегодня тоже один забил. Конечно, он необходим. У нас нет таких игроков сегодня, чтобы мы могли сказать, что нет, нам этот игрок не подходит. Сегодня все игроки находятся в равной степени и делают свою работу и свое дело. И это очень хорошо, что когда есть такие игроки, которые своим примером, несмотря на возраст, могут действительно показывать определенный уровень и давать, наверное, какой-то стимул для молодых игроков. Поэтому я, честно говоря, не из тех тренеров, которые смотрят паспорт. Я люблю смотреть отношения игрока. У меня, как я уже сказал в самом начале, что меня очень подкупает отношение игроков сегодня, как они относятся к любому вот маленькому замечанию, к каким-то моментам, которые мы обсуждаем во время тренировок, тактические моменты, технические моменты. И это мне, как тренеру, мне приятно работать. Какие впечатления с города Раквара? Город Раквара, ну, я, честно говоря, еще не успел так полностью его осмотреть. Я думаю, что у меня будет возможность ближе и ближе познакомиться с городом. Мне очень нравится такой город. Мне очень нравится стадион, на котором мы играем. Я думаю, что есть многим, кто может позавидовать Раквара сегодня, то, что сегодня здесь есть и достигнуто. Поэтому я думаю, что... Ну, ближе, когда познакомлюсь с городом, мое впечатление не изменится, что оно останется таким же позитивным и положительным, что город такой, которым хочется быть и приятно быть. Большое спасибо и успеха. Спасибо вам. Спасибо. Юрген Энн, лидерile selline mõru kaotus 1-2 piisas põhimõtteliselt ühest eksimusest. Jah. Selles mõttes lihtne. Ja esimene poolek, nagu ma arvan, et mängisin päris hästi, et lasime selle rumala värava, mis nii-öelda andi selle Tarvale kindlust juurde, et noh, esimene poolek oli täitsa meie käes, et statistika poolelt ka, et ei näinudki, kus see nagu võiks tulla, et ise jäime pendlalöömad, jätsime pendlalöömad, siis me teisel poolel pärast seda väravat jälle rumal ise kinkisime, et oli selline 5-6 minutit selline väga raske periood, kus nagu me ei saanud üldse mängu sisse, et selle pealt jälle natukene Rakvere sai seda kindlust ja said meid suruda, et me päriselt, nagu ma arvan, et pärast 10 minutit me isegi veel väga hästi mängu üldse nagu sisse ei saanud, et üritsime küll vahetust asjadega, aga mida aeg jälle lõpupoole tiksus seda, oli Rakverel ka see punktid olid nagu võitsid amastega kinni, et tegi raskemaks, et meie vastu Rakvere mängib alati väga isuga, et raske. Kas võib öelda, et hooaja senine edude täiesti korralik edumaa ju lähimate jälitajate ees natukene võibolla uinutas täna? Ma ei julgeks öelda, et see on üks põhilisi asju, millega me nagu treeningutel ja üldse ettevalmistusel ja et mida me räägime, millega me tegeleme, on see, et üldse mitte vaadata, kellega me mängime, et minna igat mängu, absoluutselt igat mängu, minna isuga, tahtmise ja kirega mängima, et vaat ei ole, kes on vastas, et mitte vaata tabeliseisut, on ainult üks see mäng, et mängida see võimalikult hästi, et ma arvan, et selle taha ei jäänud seda, näiteks ka tegelikult esimene poolega, et mängisime, ma arvan, et selle hästi ja olime hästi keskendunud ja et Rakvere võimalusi ja kinkind samas ise suutsime lüüa natukene võib-olla jäime kasti ümbruses nii-öelda nende lahenduste valimisega võib-olla natukene hätta, et aga ma pigem seda ei usuks, et Tarva siis, et võitles ja selles osas nagu nad olid tublid ja tegid meil raskeks, et jah. No teil on hea võrdlusvõimalus, et treenerite käekirjad on erinevad. Kas Valeri Bondarenko, Tarva uue peatreeneri käekirjas oli ka midagi sellist äratuntavat teistmoodi? Jah, oli ikka natukene teistmoodi, et
Ja mul see analüüsi paber nii-öelda, ma ei saa seda muidugi öelda, et seal ikkagi mõned käigud võrreldes sellega, et eelmise analüüsi paberiga siis olid natukene ikkagi teistsugused küll, et ja ka kaitse oli näha, et oli organiseeritud, et hästi kompaktne ja et selles suhtes küll jah, et ma arvan, et nüüd ei tootava teada ajad. Et Tarvaga veel piike ristata küll ja küll sel hooajal. Jah, et tugevatega ütleme, et mingil määral see kaotus selles mõttes oli vajalik, et see näitab ka meile nõrgat kohad nagu kätte, et sellest alati üritame õppida ja et mitte nagu siis kuskile millegi taha pugeda, vaid nüüd me näeme hoopis mille kalal me peame tööd tegema, et aga jah, Rakverega on alati selles mõttes nuputamist olnud, et ühtegi lihtsalt mängu ei ole olnud ega ei oota ka. Tänan teid ja head hooaja jätku. Jaa, aitäh teile ka.